Было время для очередных двух блоков. Блоки номер 5 и 6 первого кейса. Так, блок номер 5. Первые пакеты из этого блока открываю сейчас. Ну и последние пакеты. Готово. Блок номер 5. Смотрим. Только базовые карты пока. Ни одной даже параллелки. Ну, долго это, естественно, продолжаться не может. Смотрим. Но пока все-таки ничего интересного. А вот и первый автограф. Это у нас Кирилл Путилов из Югры, из Ханты-Мансийска. Кирилл Путилов, автограф, номер карты 25 из 50. Кирилл Путилов, Югра. Далее. А вот еще, вот и первая параллелка. Первая карта Минского Динамо в брейке. Это Тим Степлтон, Короли Хоккея, подсерия. Золотая версия. Номер карты 170, 273 из 350. Тим Степлтон, Динамо, Минск. Далее. Далее остается еще одна параллелка. И, скорее всего, джерси. Даже не скорее всего, я скажу, что точно джерси. Я даже уже знаю, какой команды. Ну и вот она. Смотрите. Это у нас джерси Михаила Юнькова из-под серии Запад-Восток. Можно джерси назвать патчем, потому что тут явно кусок нашивки двухцветный. Вот тут по краям слева и снизу черный цвет. Часть надписи, скорее всего, вот с рукава. Рекламная надпись. Номер карты 91 из 300. Михаил Юньков, подсерия Запад-Восток. И остается найти... Что? Остается найти одну еще параллелку. Вот и она. Две параллелки из подсерии Короли Хоккея у нас здесь. Это Дмитрий Горлицкий из Новокузнецкого Металлурга. Номер карты 133 из 350. Дмитрий Горлицкий. Металлург Новокузнецк. Ну и не так и много карт осталось. Посмотрим на них. Коробочка пуста. И еще несколько базовых карт
перед тем, как перейти к шестому блоку, немного по насыщенности хитов, конечно, оборот избавили, но я все-таки надеюсь, до сих пор на феерическое продолжение. Пакетик не хочет покидать блок. Шансов у него не было изначально. А блок номер 6. Пакеты из него сейчас идут под нож. Так. Немного теряю я время. Так. И последние пакеты. Ну, за один раз. Надеюсь, что отрежу достаточно большое количество пакетов. Ну, почти получилось. Один пакет. Все же не под... Нет, целых два пакета тут. Ну, придется еще немного времени потратить. Ну и начинаем. Блок номер 6. А вот и автограф. Это у нас омский авангард. Дмитрий Семин. Неплохой такой размашистый автограф. Номер карты 13 из 50. Дмитрий Семин. Авангард Омск. Вот такая вот карточка. Ну, автографов много. Этот, если я не ошибаюсь, 5-й. 6 блоков. Тоже приятный момент. Смотрим дальше. Ну и видим пока только базовые карты. Ничего интересного после автографа не попадается. А вот и первая параллелка. В шестом блоке две карты уберем. Совсем они нам не нужны. Александр Радулов, ЦСКА, подсерия «Короли хоккея», золотая версия, карта под номером 167 из 350. Александр Радулов. А вот и вторая параллелка сразу. Это еще одна карта Федора Тютина, также серебряная версия, как и первая из них. Номер на этот раз 311 из 350, но фасовка не изменилась. В этих блоках повторок много. Федор Тютин. Два мира, одна игра. Атлант. Ну и остается джерси карта, я так думаю. Не удалось разглядеть ее, когда я открывал пакеты. Поэтому что за подсерия, что за команда, сказать пока не могу. Такая же для меня загадка. А нет, вот вижу я эту джерси карту. Сейчас прямо вы ее увидите. Еще один повтор. Приятен этот повтор для участника, обладателя Санкт-Петербургского СКА. Это еще одна джерси Владимира Тарасенко из-под серии «Короли хоккея». Одноцветный на этот раз кусок.
Номер 59 из 200. Владимир Тарасенко, СКА Санкт-Петербург. Ну и остаются у нас еще несколько базовых карт. Вот и все, собственно. Не совсем, конечно, все, но два блока открыты. И что мы в них получили? Получили мы в них три параллелки Короли Хоккея. Дмитрий Кагарлицкий, Металлург Новокузнецк, Тим Степлтон, Динамо Минск. Все золотые версии. Третья — это Александр Радулов из ЦСКА. Ну и Федор Тютин из Атланта. Это по серии «Два мира, одна игра». Две джерси карты Владимир Тарасенко, Короли Хоккея, и Михаил Юньков, Запад-Восток. И два автографа. Это у нас Кирилл Путилов из Югры и Дмитрий Семин из Авангарда. Такие вот пятый, шестой блок, седьмой, восьмой через несколько минут.